Ты стала бы отговаривать меня от той поездки? Конечно, не стала бы, Керем. Я бы поехала с тобой. Серьезно? Мне бы хотелось в такой важный момент быть рядом. Любимая. Если бы я была на твоем месте, мне тоже хотелось бы увидеть этого человека. Лучше бы я его не видел. Он тебе не понравился? Он просто ничтожество, Бину. Я на него все смотрел, смотрел и спрашивал себя: неужели благодаря этому человеку я появился на свет? Мой отец — этот жалкий тип. Не думай больше об этом. Хотя легко сказать «не думай». Что же будет дальше, Керем? О чем ты? Ты собираешься пообщаться с отцом? С отцом, говоришь? Какой из этого человека отец? У меня нет отца, Бино. Будем считать, что мой отец умер. Ты надеялся, что этот человек тебе понравится. Думал, что смог бы со временем полюбить его. Не знаю. По крайней мере, я бы себя так отвратительно не чувствовал. Ты бы стал называть отцом человека, из-за которого твоя мать покончила с собой? Извини меня. Я вовсе не хотела тебя расстроить. Не стал бы. Ты права. Я все никак не мог признаться себе в этом. Мне просто не хотелось вспоминать, что он стал причиной гибели моей матери. Не думай об этом. Вот было бы хорошо, если бы ничего этого не было. Увы, ничего не изменить. Данность есть данность. Давай закроем эту тему. Гони.